Патрик, ты готов к вечеринке? Да, я готов к вечеринке. Ты готов к сумасшествию? Я уже слышу голоса. Ну давай тогда пойдем в магаз. Там акция сегодня. Купи два бургера и третий тоже купи. Ха-ха! Вы бы так жуков собирали, как свои гамбургеры. Не, зачем нам на вечеринку жуки? Они невкусные. Убежало молоко, догнал его. Не надо нам твоего молока, Спанч Боб. То есть Чак Норрис. Что мы с молоком будем на вечеринке делать? Нам нужны бургеры. Я найду. Пойдем поищем еще вкусняшки. Давай, Патрик. Давай, Спанч Боб. Сколько много книжек тут. Наверняка мы найдем еще какую-нибудь вкусняшку для нашей вечеринки. О, так. Оля. Ищем. Мадама. Какая мадама? Мадама. Откуда мадама? Hello, let's play. M. M. Milk. Milk? Нет. Ну? Убежало молоко, догнал его. Никакого молока, я же сказал, не надо нам молока. Кей, это тоже несъедобно. Кого? Зи, какой Зи? Что здорово? Ну, Патрик, нам нужна каша для вечеринки. Да. Будешь кашу на вечеринке кушать? Да. Ну, ладно, спасибо, Маша, за кашу. Бургеры, каша. Так, посмотрим. Молния, может, ты что-нибудь подскажешь? Хочешь, я помню, вкусненького найти. И что там можно найти? Суши. Будешь суши? Да. Может, Виталию в ней поищет спагетти? Или пиццу? Будешь спагетти и пиццу? Да. Вау, сколько много вкусняшек и у нас уже. Будешь соус делать. Будем соус делать? Да. Вау, круто. Сколько у нас уже вкусняшек. Может, Дед Мороз даст какую-нибудь? Ну, дай вкусняшку. Розы. Что? Это же цветы! Цветы несъедобные! Зачем нам танк на вечеринке? Что вы? Так, ну во, я знаю, кто... Повар, есть тут у нас повар? Кто повар? Ну, Кук, что ты дашь нам на вечеринку? Бэйби. Бэйби? Что? Мы не людоеды! Мы детей не кушаем! Да. Ясно. Что бы тут такого съедобного найти? Так, ну, что найти тут можно? Я не глядя нажимаю. Ниф-ниф, наф-наф, нос-нос. Будешь свиные отбивные? Да. О, вкусные свиные отбивные. Зебра. Полужайки зебровки. Зачем нам зебра? Мы ее не скушаем. А, шоколадный заяц и шоколадный волк. Фигурку будем кушать? Да. Как в «Ну, погоди» было? Да. В конце. Да, ну давай посмотрим. Может, в айфоне что-нибудь вкусненькое? One Hull. Нет, это не вкусненькое. Латто Флекс. Это тоже несъедобное. Дай нам что-нибудь съедобное. Лайон, Самсунг. Бейсбол клуб. Это же бейсбольный клуб. А это
Еще один бейсбольный клуб. LG Twins. LG Twins. А вкусненькое что-нибудь дашь? Вкусняшку, хотим вкусняшку. Фанту, во, я видел Фанта. Давай Фанту. Ну, киндер тоже можно. Будешь, Патрик, киндер? Да. Ну, во, круто. О, господин Врунген, может, ты знаешь, что вкусного взять на вечеринку? Один крокодил. Что? Два крокодила. Какие крокодилы? Мы не едим крокодилов. Я крокодилов сам. Так. О, мальчик. Может, ты знаешь, что нам взять на вечеринку? Антошку. О, картошку будешь, Патрик? Нет, она несъедобная. Все, поняли? Несъедобная. Не кушаем мы картошку. Так, пройдемся вокруг света. Так, что мы можем тут? О. Индеец, что ты нам дашь? Я дам бумеранг. Так он же несъедобный. А ты нам что дашь? Я ягодки. Какие ягодки? Ох, какие-то странные. О, опять айфон. Что он тут делает? Ой, как Рено. Ха. Хочешь машинку, Рено? Патрик. Хочу, хочу. Такую быструю, как... Тачки. Как тачки. Круто. О, опять киндер. Ням-ням-ням. Ну давай поищем вкусняшку. И Милка. Это все? России. России, круто. Такс. О, какой еще Иисусу? О, такс. Ну что вкусненького? Где Фунтик? Где мой поросеночек? Хорошо бродить по свету. Бомжа... О, Патрик, слышишь? Карамельки. Я хочу карамельки. Все, хватит бомжевать, Фунтик. Давай нам карамельки. И что смешного сказали мы? Ты сказал, что Иисус следит за тобою. Тихо. Тихо, я сказал. Все, пока, заяц. Опять ты смеешься? Да, сказал, что Иисус следит за тобою. Ну, заяц, ну, погоди. Пока, заяц. О, будешь кошатину? Нет. Нет, невкусно это. О. Опять Иисусу? Она дала Иисусу. Так, что тут мы можем взять с собой? О, яблоко. Будешь яблоки? Да. Она отравленная. Что? Я скажу, все, мой зеркальце, скажи, я всю правду доложи. Да всю правду доложи. Где мои вкусняшки? Вот твои вкусняшки. Еще раз, все мои зеркальцы, скажи, да всю правду доложи, где вкусняшки? Да вот они! Фунтики вкусняшки, кузнечики! Кузнечиков будешь кушать? Это будет наш будущий самолет. Ясно. Но нам остался последний эксперт, кто нам расскажет, какую вкусняшку взять. Привет, Синдук, рассказывай. Опять Иисусу! Уберите это Иисусу отсюда! Показывайте вкусняшку! Хватит пищать! Папины дочки, что с вами? Что с вами? Это что, синяки? Это разве вкусняшки? Ты сделал с пуговкой в розинах! Я спасу вас, девочки, держитесь! Сейчас только вставлю вас, а потом ему вставлю! О,
диск, вставляем диск, да, и начинается вечеринка. Так, так. Да, не только кушать надо на вечеринке, но и смотреть папины дочки. Вот нет, так. Нет,